Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Элли, я тебе комиксы нашел. Круто, я почитаю. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это – потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Thank you.
Посмотрим, что тут. Да, очень даже. Джоэл, у меня есть подарок. Вот. Мне Мария показала, а я потом ее утащила. Надеюсь, ты не против? Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. Знаю. Ты о чем? На этот раз цикады ждут нас. Я уверена.
Боже мой, сколько же их тут? Знаю, идем дальше. Назад.
тебя подсажу. Не сейчас. Звука.
ушли. Теперь не доберутся. Ладно. Смотри, не свались. Похоже, тут глубоко. Вот что будем делать потом. И что? Научишь меня плавать. Договорились. Получилось! Держись с краю, там помельче. Вода ледяная! И снова заперто. Ладно. Вставай сюда. Есть. Ладно. Открывай дверь. Цела? Да. Как выскочил. Скорее бы их вытравить. Не ударься! Порядок. Так. Вот, отлично. Смотри, вот она!
Жди тут. Да уж никуда не денусь. Мне надо наверх. Давай, залезай. Давай. Ну все, поехали. Осторожно. Готово. Ой, что случилось? Долбаная лестница оторвалась. Что делать? Что-нибудь придумаю. Поняла. Это мысль. Ё-моё. Я пойду вперед, а ты за мной. Поняла. Ха-ха-ха!
Ну вот, давай, прыгай. Ты меня поймаешь? Ловлю. Видишь, ты сама допрыгнула. Может, свалим уже? Она не дышит. Я сказал, руки вверх! Давай, давай. И вот ты у цикад. Ты извини, не знали, кто ты. Где Эля? Она жива. Откачали. Вы столько прошли. Скажи, как? Все она. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Я иду к ней. Можешь не волноваться. Мы позаботимся о ней. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал и дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Как грипп отделят от мозга? Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу себя, ты уже убедила.
Выведи его. Только дернется, стреляй. Где? Самый верх, дальний конец. Черт. Контрабандист, он здесь!